Грейс Анастасия. Анастасия, умничка. Ну, были места, ты не попадала. Как-то не уверена, робко так. Ну, как-то надо настраивать себя перед выступлением. И, ну, сильно места были, где не попадала ты в нотки. Настенька, ты сейчас простывшая или нет? Да нет. У тебя идет сиплость голоса. Вот если бы я была твоим руководителем, я бы тебя на сцену не выпустила, потому что в таком состоянии голосу, ну, вредно петь. Нужно, наоборот, режим молчания должен быть для того, чтобы связки правильно работали. Понятно? Да. Поэтому вы подумайте с преподавателем, может быть, стоит обратиться к врачу, проверить связки. А откуда ты приехала? С Андреевки. Из Андреевки. А у кого ты занимаешься? Елена Витальевна. Ну, ты так постоянно вот поешь сипло или нет? Или может потому, что ты сейчас холодно, замерзла, может быть? Нет, ну не постоянно. Не бойся, никто тебя кушать не будет. Ну, я с ним занимаюсь. Ты правильно делаешь, что занимаешься. Вокал — это прекрасно. Танцы, вокал. Ребенок должен заниматься всеми-всеми видами искусств. Это очень здорово. Ну, просто проверьте горлышко, чтобы вы не сделали хуже. Хорошо. Подлечивайся и приходи в следующий раз, но только с более веселой песней. Ты очень красивая девочка в шикарном платье. Где купила такое красивое? Расскажешь потом? Хорошо? Друзья, ну аплодисменты, Настя, поддержите спасибо девочку. Спасибо тебе огромное, держи небольшие подарки. Не расстраивайся и приходи к нам еще, хорошо? Хорошо. Договорились.